Новый год всегда сулит нам положительные изменения, будь то в политике, социальной или экономической сфере. Оправдает ли 2019 год наши ожидания? Все прогнозы относительно мировой экономики являются нерадужными, отвечает профессор Института управления экономики и финансов Казанского университета Игорь Кох. В связи с чем же будет происходить замедление мировой экономики в 2019 году? Основное влияние на замедление экономического роста в мире и, соответственно, в России будут оказывать в 2019 году, как и в 2018, в предыдущие годы, торговые войны, взаимные санкции, таможенные пошлины. Экономический рост в России и мире ожидается не очень высокий. Возможно, произойдут какие-то изменения, которые скорректируют этот прогноз в положительную сторону. Если говорить о России, то прогнозируется экономический рост на уровне 1,5–2%. Татарстан, который является одним из ведущих промышленных регионов России, будет испытывать негативное влияние низких темпов экономического роста. Негативное влияние относительно низкой инвестиционной активности, что будет ограничивать спрос на традиционную для Татарстана продукцию машиностроения, строительного комплекса. В 2019 году Татарстан ожидают и позитивные новости для экономики. Реализуются проекты, которые позволят поддержать экономический рост в республике. Началом строительства высокоскоростной магистрали Казань-Москва, что загрузит республиканские предприятия и создаст новые рабочие места. В этом году повысится ставка НДС с 18 до 20%, в связи с чем произойдет рост цен на многие товары. Приведет к подорожанию основного массива промышленных товаров примерно на 1,7%. Нас ожидает более быстрый рост цен на бензин и моторное топливо в связи с изменением, опять же, налогового законодательства. Если не произойдут какие-то глобальные изменения, то курс будет оставаться в привычном диапазоне. Если вы зарабатываете и тратите в рублях, то и хранить нужно в рублях. Если вы хотите хранить долгосрочные сбережения, да, тогда, может быть, имеет смысл их хранить в валюте, но это не те деньги, которые вы собираетесь потратить в ближайшие несколько месяцев. Закон о введении налога для самозанятых был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2018 года. Сейчас он действует в 4 субъектах России – Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Некоторые работодатели активно начали пользоваться этим законом и стали переводить своих сотрудников в категорию самозанятых. В этом случае работодатель не будет обязан вносить страховые взносы, и налогообложение доходов самих сотрудников будет значительно ниже. Вместо 13% они будут платить 4 или 6. Многие льготы, которые обусловлены статусом работающего человека, они будут утрачены. В категорию самозанятых попадают и няни, репетиторы и другие граждане, осуществляющие регулярную деятельность с целью извлечения прибыли самостоятельно. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универ-Ньюс.